Геннадий, здравствуйте. У меня вопрос. Мы с моим мужчиной общаемся больше 11 лет. И, что-то заобщались прямо. Да, вообще заобщались. И получается, что мы 2 месяца встречаемся, общаемся, а потом конфликт и 2 месяца не общаемся. И вот это как система, ни к чему это не приводит. Нужно дистанцироваться, не давать возможность пользоваться своим телом и ставить условия. А потом общайтесь сколько хотите. А какое условие? Расписано? Конечно. Вот у меня мужчина говорит, он уходит, я у него спрашиваю, он говорит, я не могу тебя терпеть. Ну что, значит, надо или заканчивать, или расписываться, одно из двух. Женщины, не позволяйте пользоваться своим телом просто так. Ставьте условия. То есть роспись или до свидания. Иначе вы просто калечите свою жизнь.